Так, ну это сейчас... Тихо. Ой. Звонят. Это... Извини, 5 секунд. 5 секунд. Ах. Да. С другом играю. Не могу, говорю, говорить. Сань, ну чё ты прикопался ко мне? Дам тебе эти 100 рублей. Ты не плачь. Разбань. Ну... Ну как я разбаню? Я же не баня. Ну ты сказал, что ты издевался. Ну я пошутил, ну... Мне сейчас должен звонить один чувак, короче, я жду его звонка, опять же, дорогие друзья, новый, я нашел новый сервер, новый, потому что у меня закончились гриферы, серьезно, IP NetSphere находится в описании под видео, заходите, и в конце опять устрою раздачу, но я всегда это делаю, я нашел новый сервер, тут, да, я админ, да, и, в общем, я жду звонка сейчас, вот реально жду, вот такой здесь спаун классный, ну, нормальный сервер, но здесь людей больше играет, и, соответственно, здесь и гриферов тоже больше, гриферов здесь тоже немало, их нужно наказывать, и я, в принципе, наказываю. Вот чуваки что-то делают. Джонни, Джонни, Джонни. Девелестер, Девелестер, что тебе нужно? Что тебе нужно, Девелестер? О, звонит, звонит, звонит. Ну, скайп видите сами. А, и не видите, вот там не видите. Все, беру, беру, беру. Алло. А, здорово. Здорово. Ты... Слушай, чувак, это, короче, мне нужен товарищ по дому, по жительству. Сможешь, короче, ко мне ТПшницу помочь мне? А ты с какой целью? Чё я тебе там помогать-то буду? Чё ты от меня хочешь? А, ну шахту покопать там, всё. А, то есть просто типа помочь? Ты для этого долбил здесь? В чате? Ну, да, ещё дружить, чтобы как нормально всё было. А, ну в принципе, как на всех серверах, да? Все играют вместе, ты тоже мне предлагаешь вот как бы с тобой подружить, да? Да. А, ну а у тебя дом-то есть хоть? Чё ты меня зовёшь-то? Ну да, есть дом вот тут такой. Красивый. Ну, когда какой у тебя ник? Ты что-нибудь не знаю, в чате там пишили, скажи. А, сейчас я тебе напишу в чате 123. Вот я написал. А, это твой, да, монстр MC. MC. Да, да. Так, сейчас я тогда к тебе кол прописываю. Угу. Так. Что-нибудь пришло? Ага. Да, да, вот Седжо, да? Правильно? Да, да, да. О. Вот, это я. Это ты, да? Вот, да, да, ты. Нифига, да, у тебя да. Дом какой здоровый. Это что, ты здесь один живешь? Ну, как сказать. Один раз помню, один чувак ДЦПшный попался. Я его... Он меня начал бить тут в моем доме. Я его убил из вещи. А, ну стало. Он грифер, да, был тип? Хотел тебя это убить? Да, убить меня хотел загриферить. А, ну понятно. Так, а ты мне в приват пишешь или что мне делать-то вообще? А, да, сейчас пишу. Кстати, вот, на тебе броню, а то я вижу, какой ты, как бомжик. Да, я только... Ты на туре тут не жалко просто так мне броню? Не, у меня тут дофига. Как-то, я не знаю, ну я должен что-то сделать для этого тебе, поэтому это... Да ладно, чё, мне не жалко, у меня полный сундук это всего. А, ну и мы с тобой будем это вместе добывать, да, чё-то? Ага. А, так, ну это сейчас... Тихо. Ой, звонят, это... Извини, 5 секунд, 5 секунд. А, хорошо, хорошо. Да. Ага. Я сейчас не могу говорить, я не могу говорить, я... Играю я, да. С другом играю. Не могу, говорю, говорить. Сань, ну чё ты прикопался ко мне? Дам тебе эти 100 рублей. Да завтра я отдам. Сань, отдам завтра, серьезно. Так, чуть-чуть я ждал жизни. Может, сегодня вечером отдам? Я давайте, как что-нибудь прояснится, я тебе позвоню. Ладно, Сань? Что? Всё, я тебе отдам, Санёк. С чуваком играю. Все, пока, Сань. Саня, давай. Я здесь... Че за херня? Тебя загриферили, что ли? Нас загриферили? Кто нас убил? Я не знаю, админ какой-то пролетел такой. И, короче, меня убил сначала. И тебя. Ё-моё. Слушай, ну вот я, в принципе, дома у тебя. Дай мне опять ресурсы. Че за херня была? А у тебя они есть, подожди. Ну ты же мне... А, они у меня есть. А, тут, наверное, это сохраняется, да? Походу, да, и у меня вот тоже сохранились. Что это такое? Ну это, кстати, хороший сервер. Слушай, я не могу у тебя это взять. Ну, и не знаю, ну... Не знаю, приват мне пиши, там, что-нибудь сделай, я не знаю. Сейчас... А что за админ-то был, непонятно. Я не знаю, какой-то админ пролетел, и все, и ничего не сделал. Бред. Ой, а пошли со мной? В одно местечко сейчас тебя отведу. Чисто. А что ты... Смотри, видишь?
Посмотри наверх, посмотри наверх. Посмотри наверх, наверх, наверх. На ух мой ты. Дом. Вот прикольная хрень. Ух ты. Чё за херня? Не знаете, кто-то. Чё у меня админ? Это ты меня убил, что ли? Ой, господи, как таким можно быть лохом? То есть, подожди, ты меня убил, что ли? Да. А что, догадаться сразу нельзя было? А смысл ты меня убил, тут даже ресы составляются. Все равно киллы прибавляются, и голова у меня будет твоя. Для красоты вот такой. Подожди, вот. Зачем ты это сделал? Ты меня позвал в свой дом и специально убил? Погоди, не убивай. Хорош. Что хорош? Зачем ты это делаешь? Мне нужны очень много голов. Зачем? Зачем ты грифер? Я не люблю таких на сервере, понимаешь? Зачем? Я админ, сейчас буду жаловаться. Жалуйся кого угодно, мне пофиг. Все, я побежал на спаун, там админов искать, ты понял меня? Да хорошо, давай жалуйся, я посмотрю, что он даже сделать сможет. Ничего мне не сделает. Тут вообще-то против грифера, знаешь, политика своя. О, политика. Вот, давай сейчас вот попробуй, вот посмотри у себя в доме на сундуки. Давай вот смотрю, давай, вот ну, давай, смотри. В одном из них вот лазит. Да, а справа там нет ничего, никакого там, ничего не происходит. Это что за фигня? Какого? Не знаю, я админ написал, они вот говорят, знают типа такого. В смысле знают? Ну, говорят... Это что это за фигня? Они что-то спрашивают про Monster MC, я говорю, ну да, там. Что это за говно? А что там происходит? Тебя сундуки ломают, два сундука сломали. То есть тебя наказывают, да? Или... Не знаю. Алмазики мои! Тебя реально алмаз воруют? Ладно, складывай алмазы быстрее, 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 да! Ты главное складывай быстрее! Куда? Это кто? Что? Где? Быстрее складывай! Что там происходит? Да они исчезли! Да ладно! Да! Ну не знаю, ну что-нибудь делай! Что делать? Что это? Кто в сундуке лазит? Где мы? Слушай, может это какие-нибудь админ-невидимки, я не знаю. Наверное! Блин, я не знаю, как тебе помочь. Я думал, я вообще-то шутил про админов. Я... Ох, опять. Ты. Ну вот видишь, ты сам меня убиваешь и еще удивляешься, почему такая-то херня происходит. Да я что знаю, ты, наверное, пожалуйста, своим долбанным админом, они меня гриферят! Нет друзей админов, понимаешь? Ну ты написал где-нибудь там, я не знаю, ну где-нибудь. Слушай, да я знаю, что. Я знаю, знаешь, у меня случай такой же был. Что ты не бьешься? В смысле, я не бьюсь? Я чё? Вообще на спавне стою. В смысле? На спавне я. Я как-то подлагнуло. Ну это, ну бывает, слушай, вот мне случай друг рассказывал, когда иногда лагает, у людей вещи просто попадают, а потом, ну, устанавливаются. И говорят, что нужно выйти из дома и сказать, типа там, админ, помоги что-то. И тут команда прям в скайпе реально работает. Не в скайпе, а вот... Прям выйти из дома и написать в чат? Не-не, просто вот выйдешь, обстрели на свой дом, скажи, админ, помоги. И админ, помоги. Три раза. Админ, помоги, админ, помоги. Что это за фигня? Какого хуя? Ты дебил? Или кто это сделал, я не знаю. Помогло? Помогло? Да конечно, полдома разрушили, помогло. Натуре. Ё-моё. Реально полдома? И вообще ничего не осталось от дома, что ли? Только верхушка крыши. Серьезно? Да. Офигеть. Мои алмазы, мой дом, мои вещи, отдайте. Кто это сделал? Я не знаю, как тебе помочь-то, блин. Может, не знаю, еще раз скажи, админ, помоги. Админ, помоги! Помогает, чувак! О! Дом вернулся! Вернулся? Я говорил, админ помогает. Я же не вру. Реально, я не знаю, глюк. Вещи вернулись. Это самое главное, вещи вернул. Но не все вещи. Ну ладно, хотя бы вещи и дом вернулся. Да? Да. Ну ты вообще признаешь, что ты грифер? Нет, я не грифер. Не грифер? Это что это за фигня? Слушай, у меня с сервера кикнуло. Тебя не кикнуло с сервера? Нет. Не понял. А меня вот кикнуло что-то с сервера. Соединение потеряно, тебя кикнули с сервера. Эээ! Да кто надо издевает? Видишь, кстати, тебя тоже кикнуло, да? Да! Вот, у меня такая же херня, я сейчас на сервер перезахожу. Мне написано, вы кикнули с сервера, я даже не понимаю, что это такое. Блин, вот кикнется надо. Я перезашел, заходи. Ага. Чё? Зашёл? Да. Ой. Что это такое? Кто? Чё происходит? Да. Слушай, я сейчас прикинь, на спавне стоял и просто умер. Тебя нет такого? Я домой тпшнуться не могу. Что за фигня? Почему? Не знаю. Я вот хом пришёл, мне не тпхает домой. Да ладно. Да. И чё делать?
Не понял. Забанен? В смысле? Ты забанен? Да. Да ладно, серьезно? Да. Слушай, надо поддержку быстрее писать. Ой, тихо-тихо-тихо, меня походу разбанили, подожди. Да? Да, я сейчас зашел, вы уже на сервере, сейчас. Идите в портал, я захожу в портал. Не заходит, я сейчас перезайду. Тебя забанили. Сейчас. Да ладно. Да не может быть, столько вещей пропало. Блин, вот это обидно. А главное, с домом-то что теперь будет? Я не знаю. Блин, бедный дом. Кто меня забанил? Зачем? Я не знаю, блин. Мне прям жалко тебя. Зачем? Как тебе поможет? Знаешь, что это сделал? Это сделал я. Да ты дебил! Понимаешь, ты урод конченый! Зачем? И вот ты сейчас понимаешь, что это сделал я, и обзываешь меня, да? Да, ты дебил конченый, понимаешь? Я разбань тебя при одном условии. При каком? Ну, если ты споешь песенку я грифер, сними-ка антигрифер. Я грифер, сними-ка антигрифер. Еще ты меня что, на Ютуб выложишь? Какой Ютуб? Ты дебил, что ли? Мне снимать, что ли, еще хочется? Делать мне нечего. Несешь-то. Зачем ты тут таким фигнёй такой занимаешься? Еще раз спой эту фигню. Ну, просто прикольно. Можешь еще раз напомнить? Я забыл. Я грифер, сними-ка антигрифер. Я грифер, сними-ка антигрифер. Я грифер, сними-ка антигрифер. Сколько еще? Ну все, классно. Да? Ты вернешь вещи мои? Конечно. Да? Да, все верну. Да, только, только завтра. А пока? Пока. В смысле пока? Ну, все. Ты мне не нужен. Подожди, подожди. А что ты готов сделать? В смысле пока? Я не знаю, ну разбань, пожалуйста, я так больше не буду. А что ты не будешь? Да что, ты плачешь, что ли? Столько вещей. Подожди, ну не плачь. Что я должен сделать, чтобы ты не плакал? Разбань. Ну как я разбаню? Я же не банил. Ну ты сказал, что ты издевался. Ну я пошутил, ну серьезно, ты поверил, что ли? Я пошутил, ты реально, что ли? Ты реально плачешь, что ли? Нет, я прикалываюсь, знаешь? Блин, извини, что я тебя обидел, пожалуйста, но я все верну, серьезно. Только завтра. Почему завтра? Ну потому что ты сегодня плохо себя вел. Почему я сегодня себя плохо вел? Я себя нормально вел, просто вещи мне нужны были твои, и все. Слушай, давай, чувак, так. Ты грифер. Всё. Я не грифер. Все, завтра тебя разбанят, но у тебя не будет ни дома, ничего. Ты понимаешь? Все, я все сказал. Ты что, плачешь? Да. Ну все равно, ты наказан тем, что у тебя не будет дома, ничего, но ты будешь разбанен завтра. Все. Серьезно. Все, пока. Вот такой вот грифер был, да. Да. Друзья мои, долго я разглагольствовать не буду, поэтому я говорю сразу. Ставлю setvarp dot. Приходите сюда и, значит, просто забираете весь этот дом. Поверьте мне, ресурсы здесь есть. Вот. Регион здесь Сава 2 какой-то. Регион я удаляю. Все, приходите сюда и играйте. Жду вас здесь всех. Ну, не я жду, а дом вас ждет. Хотите его взять, получите. Все. Всем пока. IP вы сами. Пока.